24 числа я проснулась от того, что было слышно взрывы, что-то бахкало интенсивно, и я начала, а мама моя спокойно собиралась на работу. И я говорю маме, мам, война началась, куда ты собираешься? Она, я на работу. То есть она настолько не хотела принимать эту информацию. В этот момент еще бахкало, стреляло очень интенсивно, что-то по небу пролетело. Да, было очень страшно. И вот именно та точка, тот момент, когда я поняла, что нужно брать детей и уезжать. Мы 2 недели были, мы просто сидели, у меня дети спали на столах, там, потому что это было под 20 школ. И поэтому я просто поняла, что надо ехать в другую страну. Именно в этот день вечером бомбили вокзал. Еле попали в этот поезд, было очень много людей, все толкались, кричали, всем было, естественно, страшно, все пытались влезть в этот единственный вагон, уже оставшийся. Мы приехали в Варшаву на центральный вокзал, и там просто это было удивительно, вот так вот каждый метр квадратный стоял волонтер, волонтер, волонтер. И у меня дети настолько удивились, они не привыкли, они у меня скромные, и они просто ручки сжали, а им каждый пытался какой-то сачок, бутерброд, какую-то водичку, что-то где-то. Да, мы пришли, оформили, дали отпечатки пальцев, сфотографировались, запомнили, то есть небольшие свои данные. Потом записали наш номер телефона и получить через неделю блик-код. То есть по этому блик-коду можно будет снять на жилье вся сумма, потому что апартаменты дорогие. Но мы хорошие, это да, мы оставили жилье на месяц бесплатно, то есть чтобы мы могли